Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. И почти до 17 часть игры под названием Desmond Miles Fire Abstergo. Я желаю всем приятного просмотра. Да уж, миссия, скорее всего, уж не такая будет интересная, прикольная, как были предыдущие и будущие, которые будут, но, тем не менее, она очень тоже важна. Поэтому всем желаю приятного просмотра. Все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. А, окей, окей. Сейчас, подожди. Подожди. Тихо, видите, у меня спецстатуя есть этого дебила. Как-то, блин, забыл. А, губернатор, получается. Потом этот, блин, как-то его, Дюкаса и Эдвард. Оливье славный парень. Подожди. Сейчас проверим, все будет. Так, заметка, ага. Тут хотите, почитайте, я просто, сами знаете, не мастер, сейчас, увы. У меня почему-то с этим проблема бывает. Ну, не знаю почему. Надо учиться, как говорится, о своих ошибках. В смысле, убирать эту фигню. Так, тут нафига на самом деле чего много чего интересного. Да, честно. Ага. Да, опа, пометка сотрудника. Ух ты, пометка сотрудника ваш путь. А, пометка сотрудника ваш путь к успеху в Abstergo Endearment. Блин, еще выговорить такую бы фигню, а? Паника. Да уж, после таких сейчас слова бывает, блин, для меня незнакомые. Паника. Собрать данные, понял? Блин, такая прикольная Abstergo. Офигенная компания, блин. Опа, Эдвард. Вау, блин, тут офигенное здание, блин. Классное, навороченное, блин. Охереть. Так я не знаю, за кого я играю. Славный парень. Я же ты говорил это, говорил, что он славный парень, а? Это здесь камеры везде, видите, датчики, вся фигня. Блин, аквариум большой, офигеть. Я просто не знаю, за кого я играю, а? Так, ага, доберитесь до офиса креативного директора. Окей, окей. Да, Оливье. Так, этаж 15-е руководство. Погнали. Алло. Эй. Тест, раз, раз. Работает хоть? А, это Джон из IT. Мы уже знакомы. Я отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде Скотти на нашем звездном пути. Отвечаю за технику. Есть минутка или... О, черт. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. А, ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Да, вообще-то, походу, он не особо долюблю это Оливье, как я понимаю. Оливье, вот, блин, капец. Заходите. Бонжур, он бонжур. Ждет. Привет, привет. Красотка. Вадик, тут, на самом деле, очень прикольно, красиво, блин. О, папа, что это у нас такое? Ну-ка, ну-ка. О-о-о-о. Статуя девушки. А ну-ка, тут у нас что? Кажется, я пошел не туда, куда нужно, ну давай, да? Хотя, Вадик, давайте с этим к этому Оливье сходим. Да вы не волнуйтесь, он хороший человек. Да, мне кажется, он нифига не хороший человек, это вранье. Это... Так, ага. И где... А, вот он, Оливье. Ну-ка, 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 что ты мне скажешь? Я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенвей! Но ведь Голливуд так и начинался. С пиратских фильмов. Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Уи-уи. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Жду с нетерпением. До встречи, Летиция. Салю, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось? Красивый город, правда?
Да, очень красиво, и ничего не скажешь. Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, он сам Крис, мне все равно. Но кое-кто из руководства Абстерго Индустрис тянет из меня жилы. Так, следуйте зацепкам по обсерватории, и мы... О, простите, звонок. Я отвечу. Еще поговорим. Бонжурне. Ален, бонжур. Oui, tout va bien. Naturellement. Понятно. Да уж, что это нафиг, а? Гребаный тебе. Оливье. Ну, кстати говоря, у него прикольный офигенный кабинет этого Оливье. Блин, а. Ого, нифига себе, видели? Разные прикольные пистолеты. Блин, такие ножи. Ого, вау. Блин, тут красиво. Такие прикольные там книжки, блин. Опа, Ассасин, что-то там. Так, Крид, Бойфлаг, потом еще какой-то Ассасин Крид. Первая, наверное, скорее всего, часть. Вау. Ого, там еще один Ассасин. Получается, Ассасин, там, по-моему, девушка нарисована. И Ассасин 3, Конрад. Ого, видели, сколько тут книг, да, про Ассасинов? Ну, в частей имею в виду. Офигеть, и книг на самом деле, да. Вау, ого. А это на самом деле круто? Привет, это Джон из IT. Есть минутка? Хорошо. Добавляю контрольную точку. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру? Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись, а то и ты начнешь меня бесить. Ха-ха-ха-ха. Знаешь, что мне больше чего не нравится? То, что ты главный герой, ну, с кем сейчас играю, ни хрена не говорит. Блять, это тупость, а? Мне не особо нравится. Вот и Дезмонд говорил. Я помню, я играл за него. Три части, а. Когда законы доиграл. А он, блин, молчит, а. Так, ага, добейтесь до терминала коллеги. Ага. Привет, бонжур. Не игнорить меня, зараза. Тут дофига, блин, людей. Наконец. Не знаю, чего это. Кофе в старом здании был вкусней. Ух ты. Да, пожалуй. Ладненько, пойдем дальше, а. Ух ты, прикольное кресло. Ладненько, получается, в этой миссии у нас просто получается лазенье везде. Так сказать. О, просто сказать так, эта миссия получается у нас лазим везде, обыскиваем все, что нужно и собираем данные. А идет на самом деле крутой. Да не только он. Так, Вальдика, куда мы вообще идти? Так, я заблудился что-то в двух березах. Так, подожди. Вроде бы я правильно иду. Ого, у него тут больше статуэток, чем у меня. Ух ты! Видели, да? У него получается тут и какая-то баба, получается, и забыл, кого зовут, блин, капец. Эдвард, и еще какой-то новенький. Да нифига себе, видели? У него две женщины. Ух ты! Круто! Опа! Пицца. Пицца это круто. Кстати говоря, если дорогие друзья, если вы кушаете, приятного вам желаю аппетита. Кстати говоря, ссылочки на мою группу ВК Диск у вас будут в описании. Вступайте, вместе будет веселее. О, куда надо было идти. Дверь закрыта? Ха, не проблема. Моя привилегия – первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Окей, заломайте терминал. Логинься, расскажу, что делать. Так, подожди, подожди. А, вот сюда надо. Окей, сейчас все будет. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Блин. Так. Ага. Движение. А, вон оно как. Так какое ж ты. Так, обучение. Ага, аватар игрока, на блокировщик, возможность бесконечного цикла, поворот сферы, ага. Понял. Да, уже залупи ничего-то. Так. Когда ваши данные начинают перемещаться в определенном направлении, они будут в нем двигаться до тех пор, пока не встретится препятствие. А,
Телепорт. Вот что получается. Спасибо за инфу. Так, все. Блин, как так? Движение, поворот сферы, обучение. Как же это залупень все-таки, а? Во! Я правильно сделал. Молодец. Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Объект был мертв. Время смерти примерно 1:07. Условия благоприятны для взятия образцов ДНК. Изначально у нас были сомнения в безопасности зала, но благодаря знаниям и навыкам группы мы смогли взять ценный материал. Я лично реквизировал рюкзак объекта и после тщательного осмотра извлек ряд предметов для всестороннего анализа. На правой кисти объекта ожоги высокой степени, кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие высоких температур. Если честно, такое мы видим впервые. Голова, шея и торс остались нетронутыми. Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны. Затем мы начали извлекать материал и сумели сохранить несколько хороших образцов. Мы уже начали анализ и сортировку данных, которые идут исключительно легко. Благодаря облачной базе данных и третьей группе изъятия образцов Abstergo, объект 17 продолжит существование как образец 17. Офигеть, так и не понял только от чего он умер-то. Хотя, скорее всего, от этого ожога очень жесткого. Я, по сути, давно играл в Assassin's Creed, но у меня с внуком Конатом Эдварда, поэтому уже не помню, а. Да, уж жалко, блин, Дезмонта жалко. Так, теперь выбрать коммуникатор. Не, подожди. 23 декабря 2012. Так, теперь обратно. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучит. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, она давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Я серьезно, это незаконно, так что не дури. Если можешь, конечно. Ага, я тебя понял. Так, сюда я попасть не могу. Получится, сейчас надо файл отнести той девушке, скорее всего, будто ей была сумка, а? По-моему, в выраженном костюме. Ну, если... Блин, как там, это фигня. В форме оранжевой, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, уж, Дезмонта на самом деле жалко, а? Капец, а? Так, по-моему, погиб, блин, а? Так я не помню, от чего. От того ожога, что на руке у него правой, или от чего именно, я давно очень играл, поэтому не помню. Если вы помните, напишите, пожалуйста, от чего погиб именно Дезмонд, от чего он умер? От ожога того или от чего именно? Так, проект образец 17, руководство, холл. Блин, а куда мне, получается, сюда, что ли? Блин, ага. Да, на самом деле такая миссия, знаете, не особо интересная, но... Не, интересное, то, что я узнал о Дезмонте. Все остальное не очень интересно. На самом деле. Но, как говорится, миссия важна, поэтому я ее записываю. Думаю, вам все равно понравится. Так, куда мне вообще правильно иду? Подожди. И куда мне? Получается, я нифига не правильно пошел, да? Так, подожди, я сюда. Это хамство заставляет тебя ждать. Да подожди, хамство. А это у нас кто? А, опять Эдвард, да? Ува, галка. Или не галка. Да подожди, чувак, я заблудился. Ух ты, нифига себе, ну тут и туалеты, блин, современное будущее, да? Ого, нифига себе, видели какие туалеты специальными какие-то фигнюшками, блин? Ага. Да уж, класс, блин, ничего не скажешь. Умывальники, блин, раковины, стекла такие. Это охренеть, а?
Леника, на самом деле... Я бы и сам сходил забрал, но я тут по уши в коде, лень отрываться. Я тебя понял, понял. Я вообще не понял, куда я попал. Так, пока сюда я попасть не могу, да? Жалко, а по ходу дела, по прохождению игры, мне надо будет, так сказать, лучше придурков все данные скачивать. Главное, чтобы, блин, и его не убили. Как его зовут, я не знаю, а. Ну, кем сейчас я играю. Это будет жалко, если тоже умрет, а. Дезмонд-то умер, его не убивали, он умер от какой-то фигни, я уже не помню чего. Но у него был очень жесткий ожог. Прям капец какой, а. Я бы и сам сходил забрал, но я тут по уши в коде, лень отрываться. Да, я тебя понял, понял, просто я не мог пока попасть в кол, а. Теперь могу. Сейчас быстро данные дам девушке, а. И пойдем дальше погуляем с вами по Абстергу. Фух, нет, следующая миссия будет интереснее, намного интереснее, я больше чем уверен. Ну, это значит, такие миссии, мне, как сказать, не особо нравятся, но думаю, вам тоже, а. Ну, тупо ходишь, блин, как это. Хотя я не тупо ходил, конечно. Вау, очень я красиво. Я долго не протянул. И работа, а черти что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет, 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 нет. Я вот все делал точно по рецепту. Можешь проверить. Это из... Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер. Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Берите что свой анимус. Да, все? Эй, мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, 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 это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо, приятного пиратства. Тебе спасибо. Да уж, миссия получилась увлекательная, ничего не скажешь, а. Ну, Олег, скорее всего, сейчас мы ее и завершим. Так, образец объект, ага. Все, погнали. Ну, что такое интересное узнаем, а? Все посмотрим, а. Ха-ха. Ну, такая миссия, знаете, скажу вам. Ну, как бы сказать, она вроде бы интересная, в то же время скучная. Техслужба на второй этаж, проект, образец 17. Что-то, походу, случилось, а? Надеюсь, меня не вычислят, да? Не убьют. А то будет жалко, блин, моего аватара. Так. Опа. Эй. Ты куда, на рынок? Нет. Я... Родители попросили вернуться. И я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной. Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж! Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь, в бухте, мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. С
себя встречать под названием Desmond Miles Five Abstergo завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, очень скоро увидимся с вами в 18 серии, которая будет интереснее, чем 17-я. Пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.